Мартынов Игоревич, глава администрации города. А вы смогли бы? Ну, говорят, что вот водитель сгорел. Вот, и двоих увезли. Пока больше. Да, я прям у меня на... у меня прям пять было. Вот. Ну, оттуда вот с моей стороны пять у меня прям на глазах вылетали. А как-то вот по осколкам можно понять? Ну, что вот сейчас... Хотя бы калибр. Сейчас вот, да, ну, наверное, 80-82, то есть не больше, потому что если бы 100 легла, то бы половина, наверное, не было. То есть это тут переносной такой? Да, конечно, тут удобно. То, о чем мы говорим, что очень аккуратно помещается в багажник любой легковушки и устанавливается там, все никаких проблем. А в городе вот будет водиться что-то, типа план перехватка? Я сейчас вот, по факту этого происшествия связался с руководством МВД. Вот, мы планируем сейчас проведение, наверное, вот, они обдумают, как это все организовать. Но опять, наверное, будем вводить патрулирование групп ДНД, то есть из числа мужчин, которые сегодня, ну, как бы остались без работы, но хотят помочь в этой ситуации. Вот сейчас мы, наверное, проведем быстро совещание и, наверное, по тем районам, где активно работают диверсионные группы, наверное, будем вводить вот, патрулирование. Спасибо. Да, потому что хоть как-то, потому что, ну, они уже оборзели до такой степени, уже прямо из центра города стреляют, ну, уже, как говорится, предел уже пришел. Спасибо. Автостанция «Центр». Ориентировочно в 7 часов 10 минут подверглась артобстрелу. Тот момент, когда люди на транспортной развязке основной в городе Донецке находились здесь. Количество жертв подсчитывается. Уничтожено 2 маршрутных такси. Водитель одной из них сгорел заживо. В Донецке вновь проливается кровь мирных граждан. Автостанция «Центр» города Донецка временно закрыта в связи с обстрелом мирных жителей. Вот этот, в этот момент, хорошо, разговор, просто разговор. В этот момент где вы были? Возле здания. Вы охранник? Да. И услышали взрыв, вспышку? Взрывы пошли буквально минуты за две, как прилетело сюда, пошло в круговую. Угу. И попало уже последний взрыв вот здесь на автостанции. Люди в панике, в убежище, кого куда направляли. Первое, что вам бросилось в глаза, что вы увидели? Что мне увидели? Люди в панике и крик лечь на землю. Потому что люди растерянцы, люди в панике были, потому что... Вы начали осматривать место, подошли туда, что вы там увидели? После взрыва, после этого, да, взяли огнетушительную, там огнетушительную делать. Сказали, пожарные, скорые. Угу. Ну, а на место там уже лекарства, жгуты. Предварительно вы видели, сколько скорая людей забрала раненых? Двоих. Один умер. Один с ногой оторванный, один ногу, видимо, кость посекло. И второго, видимо, третьего, видимо, контузило, потому что он не слышит, не видит, ему объясняет руками просто. Кроме погибшего водителя, который заживо сгорел, еще больше не видел.